Я что, Серега зовут? Да, ты только узнал. Локин на замену суммоним Байера. Эпигастрия суммоним. Коника суммоним. Очень приятно, меня Дима зовут. Я это и так знал, но взаимно. Дима, ты что, клеишься, что ли? Вечер знакомств. Сантей, давай. Твой час настал. Я тебе сейчас начислю 5 раз по 5000 ГП. Ставь шкаф. Чё, коват на боссе, да? Коват и блэк. Так, с первую по четвертую группу кому не нужен босс? Так, суммоним еще Хекси вместо резины. Кто любит жареную селедку? Эпигастры, кулаки по всем, коват, каски. Холик МП5. Обновляем бафы. У меня какой байер сознательный. Говорит, я в демона спекнусь, смотрю, а вас там у вас нет. Лишний в инсте? А Локи зашел. Локи уже в Долоране. Еще раз он придокинет. Ты кого каски даешь? Да, только меня присумонить надо, я раздавлю. На ком нету сапрота, все его пьют. У кого есть хотя бы минут 10, можете не перепивать. Боже. Ну, 8 минут тоже должно хватить, поэтому рычу на пол. Ну, народ, что случилось? Хекси, что случилось? Сейчас каску дам, подождите, ем. На рендже кто? Бабл. Библ. Кто хочет, еще любой РДД может выйти туда к нему. Достала мне только на ханта. Стало мне штука. Неважно, урон и так вагон. Поэтому я и говорю на Алекс Вин.
Ну вы наглые, жадные. Ты чё там, Дони? Да я только лужи кидаю, уже все захилены. Чё ты? Этот вообще с ней накапал мастерство, блин. Камень забыл перекинуть. Вот у конника отмазки, да? Это все серьезный бит. Нажмите Геро, пожалуйста, у кого не в КД. Давайте я там нажал. Коненька, признай, что ты вагон. Скрин сделал. Мне 20 мастерства. Играю паладином с 12 мастерства, не вижу проблемы. А я вижу. Паре 2 Росальва, дайте. Вага, дайте вам панели. Еще бы на паладина за эти во время было. Да это скип. Вам повезло, я опять взял, короче. О, рачок, опять я тебя уделал. Тебе там и сальвы дали, ну что ж ты? Я не знаю, либо не давали, либо дали уже совсем поздно. Не, была сальва, была. Я по тебе отдал. Монорота, держите! Нормально, тут эти. 20 мастерства. Все равно я Леха обогнал, даже мертвым, блять. Тупо вагон. А ты про товари такого не было. Тупо Редвар тебя твин обогнал. Зато я Лёху обогнал мёртвым. Чего такие жадные хилы, признавайтесь? Если вам хилить нечего, тогда ДД надо вообще фаску. Да не, я только ДД кидаю лужу, уже все захилено, это как бы ну вообще. Тут 4 хила, наверное, можно. У меня вот возник вопрос. Как нам воспринимать Мозера? Тоже как твинка? Теперь как мейна. Мозера на ком он там играет-то? Самый топ-2 в этом рейде. А чё, он вроде бы на ДК-шке должен был играть? Греч так и не дал ДК, поэтому он наваривает. Так он бы и не дал, ты чё? Он мне написал, что даст данные, если надо. Нет. Он может на время и даст поиграть, но он всегда он точно не даст. Так, конечно, вот поэтому мы не взяли. Я пошел по писью. Монаро, вот какой у тебя будет кусок? Кислый, у тебя какой кусок в танке будет? Третий. Ладно, поскольку Монороту нужнее будет второй кусок в танке, я отдам ему. Кого отпуляй?
А гоните ДПС рекаунта. Просто в скаде он сажает со временем, когда мертвый. Ну так самый правильный линк со скады, а не с рекаунта. Ну, наверное, разницу хочу посмотреть. А чё, это мозеровский вар, что ли? Теперь да. Хиху. Хекси. Ниху. Ниху. Нихуху. Чё там написано? Подаван, БМ. То есть ханта он забросил? Нет. Забанили его. К сожалению, да, он не может на него зайти. А, и приз там же, да? Да. Патруль. Хирс, твой байер хочет купить это, вот, или нет? А то он офспек тыкнул очень хитрым образом. Я просто хочу в рекаунте посмотреть, там же она ДПС стопается именно когда ты умираешь. Да, да, все там 26 чем. Кирс Горн. Меня слышно вообще? Да. А чё, Кирсен? Да. Вот, ну и чё? Нет, я к этому, к Байеру заходил, он сказал, что что-то я, когда на Вайше заходил, он не слышал меня. Ну ему эту голову надо или нет? Он что-то тыкнул в спек. Это... нет. Он же кому-то писал? На тему. Все, на четверг писать? И что ты мне писал? Онлайн нету. Может, на работе? Люки. Спасибо. О, Ванир хочет Гравомир. Полина даже не хилит, у нее мана. Как есть фу, так и есть фу.
Я даю возможность медикам послакать. Один просит за вас там пыжиться. Вообще, если по чесноку, я прибегаю, вы уже мертвые. Но это опустим, да? А нас очень быстро сложило, я сам удивился. С учетом того, что я еще массакру отдал. Дай-то расскажу. Пришла, короче, почту поставила, проверила вовремя. Я почту да? только что поставила, когда вы. Ну ладно, я же видел, что ты там рассказываешь. Блядь. Мы тут убираем, короче, Натруша, она там почту свою чекает. Че ты лечишь? Рудвар, опять дизморали. Рудвар, да, че ты лечишь тут? Фигню какую-то. Да ладно, пусть развлекаются, что нет. Разрешаю. А пришел бы сюда с поле паладином? Может быть, спас бы меня. Да не, вас, это правда, что-то прям бум-бум, нет. Меня настолько быстро сложилось, что у меня Вов кританулся. Там надо... А здесь тоже ли мобов? Или никто не поражал их? Патруль. Идет два сразу. Гера даем? Нет, так нет. Гера бы неплохо, но... Отвожу сразу. Получай, сучара. Чуть-чуть раньше бы ты его ёбнул. Ё-моё. Вейдит. Тихо. Я вот попутал специально, что жад. Там еще один пак идет. Смотрите. Блядь, ну пиздец, вы че? Блядь, зачем так, кто это делает? Следующего вот этого бейте. Сука. На контроле. Не бейте только свои. Все, это вот.
Не убейте, говорит, своих. Воет, убивает их. Ебать, да кем в контроле был? Блять, я в текстуру упал. Карма. Диван. Просто, блин, три контроля подряд, как? Уходит, уходит. Ни одного провидца не убили. Так завейдили, потому что перед смертью его. Пидерсия, блядь. Не иначе. Чиган килл читер. Кому-то надо грул маги кер. Мне. Да, нужно. Смотрим. Завтра. Сервис Куздр. Ты сегодня рофли, ребята. Собрала пати, груль магик. Убили груля. И я поняла, что я не взяла квест. Смысл мне было квест собирать пати. А, ты квест хочешь? Я имею в виду за печенька, не надо кому-то. Ну, на 4-4 на хила разве что. Ну там, да, я бы тоже. Ты бегу без единой печеньки. Мне одну печеньку надо. В смысле, у тебя 45-е, это 4? Да. Давно он говорил, что ему надо собрать грудмайн. А чё, у меня РЛ перекинулся? Да, что это? Нас... Вот, да, добей два этих босса. Я знаю, ты справишься. Мне надо срочно уехать. Ладно. Это самое. Тяни его их сюда, в уголок этих петухов. Подожди, там два патруля. Вот тут их зерга, а мы второй не трогаем. Блин. Хорошо, что не согрелись. Алекс, убейте. Понимаю. Код за что? Минус ударец. Ты пошлите вон тот патруль сразу с сайта. Я начислил все, соответственно, тебе останется начислить 300 за Соларион и 500 за Кельта. Ничего, что это через 20 минут. Замена плюс. Мы успеем, если поторопимся, трэш. Давайте. Если вы и дальше будете грул маги кера обсуждать и всякую хрень, то тогда мы... Если в рекаунт посмотреть, там много интересного. Какая плохая салата. Да вы торопитесь, ни манны, ни бафов, ни хера после реса, блин. Давайте быстрее. У тебя пол маны же. Сейчас эти два мобы добьем, если все. Бафов-то нету нифига.
Я сам себя бафнул, даже не успел. Кавад, а как ты через полипауэр бафаешь, да? Ну да. Как ты петов бафаешь? Вот постоянно ребафаешь и по пету попадаешь. Мага, бафы и все, и пету бафнутся. Фига себя, ты сможешь кулак по магам, блять, давай? Отдельно нет. Я каски раздаю. Ой, понятно. У меня этот забагался. Рез. Проще смотреть. Мне, короче, Лёха кинул рез вурдалаком, я его отменил, мне кинули обычный рез, и я все равно резнулся вурдалаком. Дайте собрать сразу два пака. Во, классно, спасибо за кулак, капец. Да мы даже подбежать не успели, хилы. Да, они прикалываются, по-моему, сегодня. Я могу сказать, что подождать 20 секунд это намного быстрее, чем потом резаться вставать. Нет, они не учитывают, что паладины бегают быстрее, чем рейтеры хилы. Нет, паладины на своих инженерских тапках бегают еще. Кто еще с этим робит? На маму, пожалуйста. Ты уже сейчас добьют. Да ладно, подбьем данные. Давайте пульте быстрее следующих, пока мы не встали. Мы сейчас пока тут ресаем, вы там пульте. Мы подбежим через секунд 15. Когда трэш умирает, вот тогда можно второй пак захватывать и не бежать сразу. Кто там что-то хрустит, грызет? Смотри, пожалуйста, кава, да, на боссе и на трэше, который там. Кто сбивает?
Давай. Я всех раскидаю. Сейчас я там Байеру сказал, сейчас он ко мне молить. Он, смотрите. Нет, он зашел, просто спрашивал. Да где? Давайте сегодня всех убьем. Подожди, шмот меняю. Да, туча, погоди, поем. 2-1. Секунду. Сережа, РТ. Готов. Нет, не успел. Мы все в каком-то дерьме. Пегастри, уйди. Улетаем. Хуёрушка. Хороший пегастри. Говорят, что... Я 3 минуты. Уже, наверное, КД, у кислорода КД. Притяните. Стою.
использовать эту Да, вот сразу ездить начинает. Метка из рейда. Че там коника, бля, кошь прожал? Ага. Я с первого КД это пробую. И за контролем уже. Вау, неплохо. Хуясься. А чё, так бывает? Да, так две, было три, уже один раз. В прошлый раз так же. Он Мася талисман отдай, а Сафира. Потестить хоть знаю, что хрень. У меня. Ребят, если мы идем босса бить, давайте ускоримся, время поджимает. Кват, давай, вытаскивай. Стойте тут. Тут стойте. Патруль. Знаю я, короче, ваши тесты. Вы берете их, блядь, в сундук свой кладете, а потом, мало ли, вдруг тренер лапта нахуй ебоватый станет. Вот и весь тест проходит. Ну, на самом деле, это похоже на это. Так и есть. Вот грипп точно так же. За ФК, за, сохранил себе секстант, и потом его.
проклял напоследок. Откуда она опять поделал? Ждет, когда боссов на фарм поставим. Забуду. Когда он не будет от перьев умирать. Ну да, хули он, блядь, когда тактика известна, умирает постоянно, а тут освоение вообще пиздец. Тресните, пожалуйста. Поле как потестишь, короче, мне даже интересно, что из этого выйдет. Да мы с ребятами недавно буквально талисман обсуждали. Ну да, ближе подойти. Что за херня? У нас когти в рейде то появляются, то пропадают, блядь. Что-то заебался этот тотем туда-сюда ставить. Да лора сракуха. Почему? Почему у тебя когти-то работают, а нет? В смысле, у меня нет когтей. Да? Ракуха, блядь. Скажи, зачем Белору с кофти обстрелять, да? Да не, он перепутал луга с берегами просто. А у кого когти были? ФДК когти, я не ФДК. А чё, раньше вроде каких-то гибридников делали, сейчас не делают? Блять, это танки гибридники делают. Но они в Т4 делают. А ты ВДшь, что ли? Ебать, да! А я просто ниже 10-й позиции обычно не смотрю. Я сейчас ты не смотришь. На себя Пирс не смотрит, короче. Я, кстати, держу таких, как ты, бафу, которые ауешат дико. В смысле? Сова тоже сама дает, разве нет? Нет, она не дает по всему паку эту хуйню. Я даю по всему паку, по каждому мобу. Ой, блядь, вылез АДК, понятно. Ты бы лучше когти давал. Блэккиллер, ты чё? Я думал, то что ты ДК нормальный, а ты АДК. Ты ненормальный, да? АДК на боссе просто. А, ну если на боссе просто не ладно. Я говорю, думал, ты нормальный, а ты ненормальный. А чё, он единственный был от АДК в нашей гильдии, по-моему. Вот именно. Лёха не берёт их. Лёха, в принципе, ДКчик не берёт в гильдию.
Самое главное, это что... Нахрен ему конкуренты нужны. Стоите в Асгардах? Ну а куда им еще идти? Их, скорее всего, в стороне взяли, им некуда. Одного конкурента в ДК не увидел пока что. Еди. Действительно, все ДК в танках. Кису даже не передамажил на роботе. Ты... Что вы такие немощные, что ли? Но сюда бы он стоит и точно не пошла. Ксала это саппорт. Из-за меня. А я думаю, что ты мне саму хотел впихнуть? Что демоны. Я думаю, что мне Лёха говорит, давайте сову дам. Сову не дамажит. Что тут говорит, фу-фу-фу, мазер не дамажит. Или не стараются дамажить. Есть еще второй вариант. Нет, сову дамажит, нормально. Гена же дамажит. Да когда кису брейд... тоже дамажит. Совы зависят от настроения. Куда ветер дует? Ветер дует? Куда гнездо поставили, там и на... Рейд притусовать надо. Побольше РДД зону взять. Да, и байера еще запихнуть. Ну, он написал ура, эро. Чё-чё ты его долго ждал? Может, он в самом деле думает, что ура? Ну смотри, к осени ушла и всё как так и висит. Куда ей идти? Убьём без него. Её из Freedom of Turno. Куда ещё? Вот типа на Орде реально особо идти больше некуда. Куда Slayer делал? Он, по-моему, АК продал. Да, он продал Лексус. Продал аккаунт Лексусу, и теперь там играет Лексус. У него ник сейчас Lexus Easy Queen, как-то так. Ничего, его не забанили за это? За что? Ну, за покупку, продажу аккаунта. Какой админ об этом знал? Блять, если он ник похожий даже сделал. Не было такого персонажа, и тут есть такой персонаж с таким ником. Но он же похоже оставил, как говоришь, Queen. Slayer Queen тоже. Ну... Да. Да, кислый или... На всякий случай. Кажется, админы особо так не следят за никами. Только если там какую-нибудь жалобу кидаешь. Ну да. Подожди, я в шторму узнаю. Понятно. Некс здесь, я в релоге. Подожди. Не Некс, да, тут говорят. Я писал, что я пошел траву фармить. Зайти? Да. Усталая дырка, скажи. Сейчас я притусую рейд, подожди. Библ маунт упадет, нет? Да, я нормально схожу. Каждый день помалу. Потому что что-то, блядь, пораскидывать, и тут пойми как. Сейчас раскину. Короче, этот... Кто у нас получается? Да, ты, блядь. Все в любом. Слышь, Лех, а вот грудак на танк это топливо считается, да, с броней? Редвард, не отвлекай, давай быстрее, РТ закончилось, Редвард. Кислород. Жжем. Тебе надо до...